Кисуля, на стол сейчас тебе дам. Я возьму острый перец. Нет, только не цы. Не хочу. Сейчас сделаю с кексом. Кекса сделаю. С перчами. Нет! Кисуля, сейчас я тебе сделаю тебе вкуснейший кекс. Нет, ты конец не хочу. Не хочу кекс с перчиком. Нет, не хочу. Не хочу. Нет, не хочу. Нет, что вы делаете? Котя, ты что сделал с кексом? Что ты сделал со мной, Котя? Котя, ты меня отрави. Извини, кису, я испортил свой кекс. Немного поругался. Надо же сейчас. Сейчас я съем с перчиком этот кекс. Я съем с перчиком этот кекс. Да ничего нет, я войду сейчас. Папа, стойду. Я чувствую, как так кончишься. Сейчас пойду к доктору. Вот компот тебе поставится. А тебе можно идти к доктору? Так, мне нечаянно маму отрави. Это что? Котсетки? Кто тебя маму отрави? Это был виноват. Да острый перец. Сейчас, минуточку. Однажды. Мама. Острый перец съела. Я пошел за компотом. Спасибо, компот, за твою помощь. Да не я это. Да не играй до самого путь. Котята, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что-то не хочу спать. Давайте просто будем играть. Котята, что вы не спите? Коржик! Ну вот, коржик пропал. Лежит он где-то. Коржик! Ой, ты что? На ухо мне кричишь. Теперь сразу сосыпай.
Вот так хотят японцы, что надо спать, и все, утро начнется. Сейчас мы пойдем в супермаркет, пойдем купим стихи. Купила. Вот сейчас себя с вами тащить не может. Я не спать. Одиночек. Есть! Мы купили все. И дальше. Как же мы будем течать вниз, мало? Да. С покупками. Так, сейчас. Есть, мы все купили. Ты под минимум, под сметаной. Так, ну сейчас мы попробуем покормить маму. Сейчас я покушаю! Сейчас. Смогу есть много этих кексиков.